Всем привет! Сегодня у нас очень холодно в Красноярске, минус 30, где-то 2-33 градуса. Сейчас едем тренироваться, сегодня первый день тренировок. Камера будет, скорее всего, стоять у меня в салоне, потому что замерзнет. Уже опыт был, когда я на доске катался, что она отключается, к сожалению. Ну, что сказать, вес я так и не нашел. Может бы и нашел, но эти праздники все помешали. Человек обещал сделать, но будем в этот раз ездить опять без груза. Покатаемся чисто для себя, для фана. Какие-то моменты для себя сделаем, выводы интересные. Так что смотрим, не переключаем. Первая тренировка. Вторым этапом Winter Time Attack. Сейчас мы едем в паспортную сторону. Это против часовой. Удачи мне! Привет еще раз. Тренировки у нас закончились, были вылеты, но, к сожалению, камера была отключена, не сняли это все дело, но было весело, сломали бампер. Привет всем, сегодня у нас второй день тренировок, завтра у нас соревнования, сейчас, если получится, запишу обалденное видео с датчиками, со скоростью, со всем. И сообщили, что мы поедем в паспортную сторону, так что вчерашний первый день тренировочный, можно сказать, как в жопу. Но это лишним не будет, но тем не менее, место быть, так сказать, моментом. Так что удачи мне на сегодняшний день и выехать, хотя бы проехать там минуту и две, минуту и три. Thank you.
сессия и время минута 2:05.